Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 29 января, среда, и на моем канале новый хобби-влог. Сейчас уже вечер, днем я не снимала, на моем канале сегодня хобби-влога не было, просто весь день была занята. Тот кадр, который вы видели перед, ну, в самом начале видео, я просто сегодня, когда ездила в Ашан, зашла вот в магазинчик там, или что-то японское, или китайское, очень милый магазин, мне понравился, там вкусняшки, товары для кухни, канцелярия, вот, ну, я буквально несколько позиций приобрела, и, конечно, хочу их вам показать, хотя, в принципе, особо-то к канцелярии как бы это не относится, кроме вот этой вот ручки. Очень она мне понравилась, она классная. Ну, подобные ручки, конечно же, есть и Fix Price. Вот, там абсолютно такие же единорожки и прочие, и стоят они по 79 рублей. Есть ручки вот без таких украшений, они, по-моему, 49 рублей стоят. Ну, я решила приобрести себе одну ручку, там мне она понравилась, такая вот мятная, симпатичная кошечка. Там были еще оттенки, там, по-моему, розовый был. Ну, я захотела вот именно такой. Ну, а тут все одинаково, пишущий узел тоненький. Там можно было попробовать, как они пишут. Я ее приобрела специально для такой тетрадки, блокнота благодарностей. Вот. Сам блокнот я приобрела в Ашане. Он стоил 28 рублей или 29 с копейками. Как-то так, в таком эко-стиле. А крафтовая обложка. Ну, здесь все стандартно, в клеточку. Мне нравятся тетрадки в клеточку. Я вообще очень люблю животных, абсолютно всех. И там были разные дизайны, но вы знаете, мне все-таки показалось, что совушкой лучше всех тетрадка, и она была там в единственном экземпляре именно с совушкой. И пока я еще выбирала, я сразу эту взяла, думаю, если не понравится, потом положу на место, ну, если найду что-то лучше, вот, но думаю, мало ли, лучше сразу возьму, а то бы ее там могли бы и взять, потому что там прям народу было очень-очень много. Но в итоге еще одна тетрадка мне понравилась с фламинго, но она уже стоила 67 рублей. Ну, в принципе, я могла ее взять, но у меня и так много всяких блокнотов и тетрадок. Но мне вот принципиально хотелось что-то себе именно приобрести, поэтому я решила, что и вот это вот, ну, просто невероятная милота. Так что будет вот такая парочка. Да, а в магазине вот этом вот в японском или китайском магазине я еще по 29 рублей приобрела себе жвачки. Взяла вот такую вот. Так, сейчас я давайте вот так опущу. Это типа дыня, как я понимаю. Здесь 4 таких маленьких шарика. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот такие жвачки хорошо, и я бы даже сказала бюджетненько, именно как дополнение к подарку, когда не знаешь, чем, например, дополнить свой презент, то вот такие штучки, мне кажется, хороши. Ну, а чисто вот просто для себя покупать, ну, вот я купила для интереса. Она вкусная, действительно, ну, стандартный такой заявленный вкус, скажем так, аромат. Но вкус держится буквально несколько минут, поэтому такое себе. Нет, ну, на самом деле это прикольно, и, повторюсь, подарить это точно не стыдно, абсолютно. Вот, также еще взяла на пробу за 29 рублей вот такую жвачку, это уже со вкусом яблока, здесь две маленькие жвачки, но, знаете, вот я еще взяла одну со вкусом йогурта, и могу сказать, что тоже вкус, хоть и хороший, но держится, ну, прям очень короткое время. И что самое главное, если вот у этой жвачки еще хотя бы консистенция нормальная, то здесь она такая противная какая-то, вот, знаете, прям такая, фу, не очень понравилась. Поэтому эти я, наверное, ни себе не буду брать. Ну, скорее всего, эту точно не на презенты, а вот это вот можно как такой, как дополнение к какому-то подарку, то точно можно. Вот. И
Ну, в принципе, это были все покупки. Я еще там распечатывала в инста будки несколько фоток, и я просто посмотрела видео у Елены 171 про, ну, как бы, доска желаний. У меня она тоже была сделана. Ну, что-то сбылось, правда, действительно достаточно криво сбылось, не так, как, не совсем, как я хотела, поэтому, ну, пришло время сделать новую доску желаний, поэтому я так уже, ну, покажу ее краешек, то есть я еще ничего сюда не приклеивала, но будет вот такая яркая, красивая. Вот здесь картон, бумага из фикс-прайса. Уже приготовила вот этот скотч. Надеюсь, хоть здесь он как-то будет нормально. Еще сейчас выберу стикеры и сделаю. Ну и, конечно, нужно будет с прежней доской что-нибудь сделать. Вот. Так что вот так. Сегодня уже 30 января, четверг. Продолжаю свой влог. И сейчас буду раскрашивать вот эту картинку гелевыми ручками с фикс-прайса радужными. Это творческое самовыражение, первый номер за 18 год. Ну, гелевыми ручками я буду вот это вот раскрашивать. А как получится, а это посмотрим чем. Сейчас 10:58, закончила раскрашивать эту иллюстрацию. Сделала ее, как и собиралась, гелевыми радужными ручками. Одну доиспользовала и вторую почти доиспользовала. И вот это я делала масляными мелками. В какой-то момент, масляной пастелью, в какой-то момент, я помню, я расстроилась, что ее купила, потому что водой она не размывается. Только растирать ее, и достаточно так как-то сложно. Но потом я поняла, что, в принципе, для ну, по-настоящему плохих творческих материалов нет. Точнее, понятно, они есть, там что-то там некачественное, но как вид творческих материалов бесполезных, мне кажется, не существует, потому что, в принципе, несколько работ я сделала, которые мне понравились, и, в принципе, здесь тоже вот сочетание серых, оно более-менее, может быть, сейчас я еще здесь вот буду растирать. Ну, а с обратной стороны ручки, ну, видите, они, конечно, проступают, но не так сильно, это не критично, все здесь можно будет тоже что-то, какой-то фон придумать. В общем, я довольна, такие хорошие переходы. Единственное, еще вот здесь вот вступила, здесь уже ручка закончился, остался гель, но так как он блестел, мне показалось идея продолжить забавным, а в итоге, вот видите, здесь жирный след, так что не делайте, как я. А так прям кайфовые переходы. Я вот так вот раскрашивала. Сейчас я буду наводить порядок в своем творческом уголке. Точнее, порядок-то я наводила, но я рассказывала, что все-таки хочу все переставить. Вот, поэтому тут ну, сняла там двери под столом. Вот, потом... Да что с фокусом? Вытащила оттуда все. Сейчас разложу... Ну, что-то выбросила, что мне потребуется, я уберу и приступлю раскладывать все, что как бы такое творческое туда. Я уже приготовила вот такой вот контейнер. Здесь, скорее всего, будут акварельные краски лежать. Еще нашла у себя вот такой контейнер. И, наверное, будут здесь кисточки лежать, скорее всего. Ну, это я покажу уже в следующем хобби-влоге. Вот. Если это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. Также не забывайте про мой Инстаграм. Огромное всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока!